Поздно. Мне Инстаграм тебе, дружище. Ну да. Все, трогаемся. Автобус загружен. Let's go. Асса. Дальше репертуар. Возьми гусли, братан. Сейчас будет. Бунги найдем сейчас. Сейчас все будет, да. Быстро считаем. 3 штук, 6 штук этих треугольников. Коричневых, балай. На, пересылай. На. В натуре, ребята, рядом с ним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, шесть, шесть. Астан сейчас будет играть. Асса, рекупай, рекупай! Едем в Ливаду! Е-е-е! Воодушевление! Я представляю новое шоу! Крамский бекон, что ли, или это что-то? Бас мьюзик. Снова наш трейлер. Последнее. Здравствуйте. Как ехать в автобусе на концерт? Да, так и назовем это видео. Как уместиться оркестру в автобусе. Квазики. В буханке, в батоне. Что-то вы это вообще не то играть. А, вот, уже тема. Соляк. Соло тормозана. Ртом, что ли? А? Ртом. Как раз к премьере «Звездных войн». Давай. А что, надо было? Вы заебали сегодня, блин. И плавно переходим на «Нирванчик». Обкатанная программа. Я тебе другое слово скажу потом. Анализ, лови, лови. Неплохо, неплохо. Присяду на литавры пока, чтоб не отвалились. Мы всего лишь 5 минут едем, оказывается. Всего-то. Ты что, будешь снимать это все время? Нет уж, прекращу. Ничего прикольного не делайте же. Ты же не будешь снимать? Нет, нет. Я же играю, я целиком. Марата не будет? Нет. Ответственность на мне сегодня. Загруженность автобуса очень близка к краху. Плавно. Плавно, через паузу.
подождем, А у нас Раилька одевает бабочку. Раиль, ты можешь умереть, и не можешь умереть. Я единственный сегодня буду в челнах, знаешь, как я привлек девчонку, я был единственный, кто в оркестре имел бабочку. Имел бабочку? Имел. Смотри, все, я сегодня готов к привлечению новых особей женского. Мы подошли из-за угла. Ну как, стоп. Ну как обычно. Криво, да? Уёбски. Здравствуйте, уважаемые отдыхающие и гости. Казанская государственная консерватория имени Назиба Жиганова приветствует вас. Оркестр народных инструментов Казанской консерватории создан в 1965 году в связи с открытием кафедры народных инструментов. И в этом году он отмечает свое 55-летие. Под управлением художественного руководителя и дирижера Рустема Рахматуллина в этом году оркестр народных инструментов стал лауреатом международного фестиваля оркестров народных инструментов в Республике Казахстан. И сегодня они приветствуют вас. Георгий Шендерев, «Волжские картины», концерт для баяна с оркестром, исполняет лауреат международных конкурсов Сайдаш Пахразиев, баян. Друзья, метель начинается. Как вы там поживаете? Как у вас в горе погода в городе? Мы вот только что с оркестром Казанской консерватории, с оркестром народных инструментов отыграли в Ливадии концерт. И сейчас направляюсь домой, уже 10 вечера. Фрагмент поездки в Ливадию, а также сам кусочек концерта вы увидели, так что сами понимаете, насколько плотный график, чтобы все это исполнить. Очень много репетиций нужно, поэтому не снимал в последнее время каверов толковых. Но все будет, друзья, на Макса Коржа ждите в ближайшее время кавер. Идет подготовка к концерту, который начнется в 6. Сейчас мы уже репетируем с 3 часов. Оркестр почти приготовлен. Да. Перепрыгивай и продолжай ехать. Да. Давай, погнали.
Давай дальше, что? А как вы там не сидели? Спи. Я слушаю, все непонятные, какой-то диджей сегодня у нас. Диджей что-то новичок не понимаю, вроде. Ничего. Диджей новичок сегодня, не то играй, конечно. Главное, простим ему. Да, причешись. Тебе выступать надо, причесаться немножко. Где бабочка? Ты главное сиди на концерте правильно. Не заставляй Рустама Кусмановича идти на стройку. А по нему там же в Казахстан ехали. А во, новогодние шарага. Не как бы сейчас в Казахстан ехали. Не, жесть была. Мы бы не доехали. Ну я точно налетаю сидеть неудобно. Миллениум города Казань. Мы очень быстро мчимся. Такси. Экспресс такси на остановке. Неровно твою мать! Миша, тишина! А? Тишина! Разбор песни, такси! Вот, здорово, называй ноты! Я нот не знаю, ребят, на слух играю! Как ты попал в концу, быстро признавайся! Через постель! Все делается через постель! Кто взял вот этого чувака с собой? По-моему, он, блядь, вообще не с нашего заведения, ребят. Отберите у него кто-нибудь. Как раз ты рядом едешь. Это сопровождение, я вызвал. А, ну все, да, да ладно. Надо даже быть впереди. Через это... Стекла видно что-нибудь, да? Да. Да? Неужели ты выучил? Я должен главный штрих добавить сегодняшний. Бабочка? Да. Давай без стрипки за Лану сегодня. Да ладно тебе, дай мне на этот видео.